Первая неделя на рабочем месте. Елена Пантюхина только знакомится с коллективом госавтоинспекции. Девушка в 2014 году окончила юридический факультет ННГУ имени Лобачевского. О службе в органах мечтала давно, но возможность все не предоставлялась. Как только в ГАИ открылась вакансия старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, Елена сразу решила предложить свою кандидатуру. Я узнала, что это очень интересная работа, большой пласт обязанностей. В основном это работа с детьми, то есть продвижение безопасности дорожного движения среди молодежи, среди подростков. И в садиках, в школах. 3 июля сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник. По традиции, те работники автоинспекции, которым посчастливилось отмечать свой праздник на службе, надевают в этот день парадную белую форму. Еще одна добрая традиция – награждение лучших сотрудников ГАИ. В этот день в их адрес звучат теплые слова и поздравления. Карьерного роста, удачи, жизненного благополучия. Ну, ветеранов, которых здесь не присутствует, также поздравляю с праздником. А женам, мужьям, сотрудникам ГИБДД, дети, чтобы относились с пониманием к вашей не такой простой службе. Сотрудников наградили медалями МВД России за отличие в службе 1, 2 и 3 степени, почетными грамотами и благодарностями МВД, городской думы и администрации за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение особо сложных и важных задач. Коллегам, в первую очередь, как у нас сейчас актуально, здоровье. Далее всем продвижение, конечно, по службе, должности, звания. Хороших, кто на дороге, хороших водителей, понимающих. Кто в кабинетах, тоже граждан. С момента своего появления на свет и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает стражам дорожного правопорядка стойкости, терпения и покорения новых карьерных высот. Анна Пелепец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.